Сегодня велосипед очень интересный. Вилка китайская. Вот так вот выглядит анодировка на китайской вилке, на воздушке. Очень быстро вот это происходит. Втулочки Новатек. Цветные не советую. В них подшипнички чуть-чуть зажимают. Они чуть-чуть подзакусывают. Не очень хорошо работают. Значит, подшипники мы тут уже поменяли неделю назад. Теперь у нас каретка. Каретка здесь нестандартная. 73 стакан, 127 вал. Это просто что-то нереальное. Вот так вот это все выглядит. Клиент катался очень активно и в речку заезжал, вброд переходил. Видите, 127 на 73. Каретка стоит китайская. Ну и обновляем, соответственно, шатуны, цепочку. Задние звезды уже стерты, все проскакивает. У нас такое сегодня ТО. В прошлый раз было ТО подшипничков и переборка барабана на Новатеке. В этот раз у нас замена трансмиссии. Каретку поменяли. Все хорошо. Смотрите, какой прикол нашел. Цепь лопнула. Хорошая цепь KMX-X, а лопнула. Наверняка это не одно повреждение. Ну что ж, обновили полностью трансмиссию. Новая каретка, новые шатуны. Защита, правда, от других шатунов. Вот у меня такая была прикольная. Я поставил цепочка интересная, хорошая, лучше, чем КМС. И задняя звездочка. В прошлый раз мы здесь меняли подшипники во втулках. У цветных новотекских втулок прикол. У них посадочное место чуть-чуть меньше, там, на 1/100, чем это необходимо. И подшипник начинает чуть-чуть поджимать. И он не так хорошо крутится, как на черных втулках. Ну, вот поменяли тогда подшипники. Спустя какое-то время клиент приехал, у него прохрусты в трансмиссии, видели, цепь лопнула. И теперь вот поменяли ему, соответственно, всю трансмиссию целиком. Такой вот интересный велосипед. Очень мне здесь понравился вынос. Офигенный вынос. Необычный, классный.